Всем привет, это канал Бородач ТВ, и у нас сегодня праздничный день, праздничный. И праздничная трансляция. И я хотел бы прямо с первых шагов поздравить всех наших программистов. С Днем Программиста, дорогие друзья. Что, реально, что ли? Что, в этот день прекрасный, каждый программист должен шмякнуть другого программиста клавиатуры. Ух ты! Слушай, а я к другому празднику готовился. Какому? Слушай, День обнаженных мужчин, вот. В Японии это уже издавна празднуется, этот праздник. Почему ты не обнаженный? Ты же очень похож на японца. Ну-ка сделай так. Аля. Слушай, подожди-ка. А я сегодня думал, вообще на самом деле, вот я вот, ну, только сейчас недавно узнал о программисте, так-то я готовился к дню, короче, психически больного человека. Он отмечается в Германии. Как не поздравить их? А как поздравить их можно? Слушай, я вот не представляю, что можно... Давай будем двигаться так. То есть синхронизация. Отлично. А вот есть еще один праздник в этот день. Какой? День казни Чикатило? Нет. А какой? В США отмечается День презерватива. Представляешь? Так это же наш день. Наш праздник. Айда, айда праздновать. Ты любишь презервативы, Михаил? Ну да. А это, я нет. Это... Я не люблю их вообще. Что, все узнали, что ты не любишь презервативы? Я не люблю презервативы. Ты вот взял и всем рассказал, что ты не любишь презервативы. Они необходимы, но я их не люблю. Ты их не любишь? Да. Все, понятно, понятно. О чем мы упускаем? Какую-то важную деталь? Вот, такое впечатление, что действительно мы какой-то праздник забыли. Ты ничего не видишь рядом с нами? Вот что-то такое находится. Так. Закрывает наш микрофон. А, вот эти вот милые хорьки, зверьки. Ты не туда смотри. Они вот здесь вот. Они вот здесь вот, да, я на них и показываю пальцы. Погладь их. Где они? Ну что, влюбленные, хотим поздравить вас с этим прекрасным праздником. А также хочу поздравить рестораторов, потому что в этот день они реально поднимают большие деньги. Кристина! Кристина, держись там! Держись! Ты тоже поднимаешь большие деньги. Мы знаем, тебе тяжело, ты готовила цветы и подарки для всего города. Ну что, всем любви, счастья. И отличного настроения. Подписывайтесь на наш канал. И... Поздравляем еще раз. Желаем счастья. И, ребята, запомните, что нельзя любить одного человека. Это... Надо любить всех людей. И если любовь у человека есть в принципе в сердце, да, то он должен любить всех. Ну, то, что должен, да. Понимаешь? А она есть любовь, да, и она, по идее, стремится. Угу. Если человек говорит, я люблю только одного человека, он никого не любит. Угу. Ребята, запомните это и любите всех. Ну, насколько кто может. Угу. Все, на этой прекрасной ноте. Ладно, не будем заканчивать. Все, всем пока.